Третье место лучших больниц Дании – это университетская больница Оденсе. Это одна из мощных, ну, их всего, на самом деле, во всей Дании всего 4 университетских больницы. Бюджет там более 800 миллионов евро, тоже около 1 миллиона амбулаторных визитов в год. Сильные стороны – хирургия. Были произведены трансплантации рук тоже на базе этой больницы. Это один из крупнейших центров по обучению врачей. Там более 2500 человек обучается ежегодно. В Дании какая-то такая интересная особенность, что больницы в разных регионах Дании занимают самые высокие здания. Так вот, в данной больнице 15 этажей она является там самым высоким зданием в данном регионе, в Оденсе. А вот больница, видите, это достопримечательность, в том числе в Дании.